Так, ну что там, меня видно? Всем здорово. Сейчас уже почти 8 часов утра. Прям впервые так рано, наверное, встал на катку за все время, пока живу в Тбилиси. Еду в очередной раз на заброску. Здесь вон сцена, кстати, строят. Будет праздник Дня независимости Грузии. Тут все перекроют. И по главному проспекту будут все гулять, праздновать и тусоваться. В прошлый раз я хреново как-то проехал, видос еще не смонтировал, либо уже смонтировал, не знаю, как получится. Ну, в общем, нужно будет сегодня как-то получше катнуть, но в прошлый раз мы ездили по довольно мокрому трейлу. Сегодня там не хочется ехать, потому что на днях опять были сильные дожди. Я думаю, за день там ничего не просохло. Поэтому поеду по УДЗО, скорее всего, трейл для новичков, ну и в целом, я его лучше всего знаю, наверное, поэтому прокачусь по нему, чтобы опять не вляпываться в те кучи какашечек. Собачка. Пока никого нет, нужно бы мне поправить свой кокпит, а то что-то он подраскручен, и каждый раз, когда я на большую звезду закидываю, у меня как-то он продавливает органы управления, и они прокручиваются. Заодно я попробую их чуть-чуть отодвинуть, а то вот так вот пальцем задевает костяшкой большого пальца. Вон уже протерлась тут. Короче, это китайский ротор, который мне хэш отдал на время. И он работает лучше, чем тот, который был. Ну, я сейчас еду проверю. А, но, okay. Знаешь, что он делает? Hello. Да, подзинь. Можно. Понятно. Это класс. Я его пытался выровнять, но он... Не очень было, ты мурашки сейчас покажу. Здесь монастырь УДЗО. Ребята поехали по верхнему маршруту, а я, как полагал, поеду по УДЗО по нижнему, чтобы точно не вляпаться в грязюку, потому что УДЗО под суше будет.
Блин, немножко скосил. Ах ты, река. Да, в натуре есть река. Ребята писали, говорили про это, вернее. Вот так вот. Тормозов что-то не хватило. Так, ну вроде все цело. Надеюсь. Вообще не вошел, да. Норм. Отдыхаем немножко. Ебать! Издалека казалось не так грязно. Да, опять позабыл я. Здесь многие маршруты. День падений. Пахнет здесь вкусно.
Отдыхаем чуть. Вот такие тормоза. Тупо не затормозила машина моя. Фу. Как же раньше этот спуск казался таким страшным. Это жесть. По реке.
Спасибо педалям, как говорится. Ветка, блин. Ну, я, конечно, дурак. Боялся заехать в колею внутреннюю эту. И все, было поздно уже. Там ветка. Ну, наверное, может, там и можно было проехать. Но мне это неведомо пока. Так, ну что там меня видно? Что можно сказать по поводу Удзона, которым я не был, ну, уже много времени, не знаю сколько, ну, больше полугода. До зимы я катался там осенью 23-го. Сейчас, конечно, я позабывал некоторые поворотики, ну, я особо-то и не запоминаю никогда трассу, как выходит. Наверное, надо миллион раз проехать, когда я ее запомню. Получается, что Удзо в целом прошел нормально. Даже если я там попадал пару раз, пососкакивал, большую часть маршрута я себя контролировал и нормально ехал в атакующей позиции. Ну, как мне кажется, нормально. Ну, по крайней мере, точно лучше, чем я это делал раньше до этого. То есть я еду, вроде как отрабатываю, понимаю, что могу контролировать, как ноги стоят, как я наклонен, как согнуты колени, как согнута спина. Часто ловился на мысли, что... Ну, типа, локти у меня сворачиваются вовнутрь, а когда я там, не знаю, перестаю себя контролить, вот, я их выпрямлял обратно, и так было, ну, периодически зависит стрел. Иногда, конечно, было, что я, типа, расслаблялся и ехал как мешок, вот, но в целом я вроде как доволен для катания после перерыва, ок, надо дальше кататься, посмотрю результат в страйве, потому что, ну, интересно, насколько я хуже проехал по сравнению с тем, что... Было в прошлом году, когда я там катался почаще. Сейчас еще без 17:10 докатаюсь и можем успеть на работу.